Вопреки вашим опасениям сообщаю, что живу я хорошо. Пока живу. Дальше будет еще лучше, потому что уже 3 недели, как я принят в бандеровцы. А как иначе? Иначе у нас в Украине карьеры не сделать. Зарплата у меня маленькая, но это не главное. Ведь нам разрешили отбирать деньги и имущество у русских. А раньше можно было и у евреев. Но потом пришел главный бандеровец Коломойский и запретил. Я, например, сейчас учу английский язык, чтобы забыть русский. В этом мне помогают американские наемники, которые у нас тут на каждом шагу. Прошу прощения за неровный почерк. Пишу прыгая. Потому что у нас кто не скачет, той москаль.